Приветствую всех аквалюбителей, подписчиков и гостей своего канала. Всех вас приветствую. Сегодня чуть-чуть поработал, день подмен. Почистил аквариумы, фильтра. Тут еще никак руки не дойдут, чтобы объединить вот эти два аквариума, чтобы и тут была эта протока. Ну, думаю, скоро сделаем. Ну, клиенты пока привыкают, как бы вам сказать, людей много заходит. Сейчас уже вечер, сейчас ухожу. А так, за день много заходит, просто, ну, как бы, многие интересуются, то есть они заходят, те люди, кто еще не держит рыбок. Ну, спрашивают, интересуются, ну, и все боятся, у всех один этот, как бы, не знаю, откуда они берут. Они говорят все, хотим завести рыбок, но, блин, этот аквариум постоянно чистить, убирать, мыть его очень сложно. Я говорю, в чем сложность? Кошек, собак содержать и то сложнее, чем рыбок. Тут в неделю один раз делаете подмену 30%, промываете фильтра. Ну и практически все, протерли там стекла с внутренней стороны, просифонили грунт, и все. Вот я сегодня это сделал, у меня на вот эти все 6 аквариумов ушло где-то по времени, ну час-два, ну полтора часа, грубо говоря. Но у меня тут, смотрите, сколько аэрлифтов, потом плюс в каждом там сампе по 2 губки. Вот это я все прочистил, поменял воды. И буквально полтора часа ушло на 1200 тонн. А вот новички, которые, они все равно же по-любому начнут вот с 40 литров, с 30, с 20, либо с 60. Там уйдет-то всего 10-15 минут максимум. Даже приходили некоторые, вот сегодня еще одна женщина пришла, она вот уже рыбок держит. Ну, она так сказала, я спросил просто. Она сказала, уже больше года. И вот она даже не знает, она делает подмены, полностью воду меняет. А потом она мне говорит, я вот покупаю рыбы. Ну там, в другом зоомагазине она брала, вот. И умирает, говорит. Опять покупаю, опять умирает. Ну, через, не сразу, а через там месяц-два. В чем причина, говорит. И я вот когда расспросил, вот это все узнал, то, что она полностью подмены делает, плюс у нее 60-литровый аквариум, и там стоит один этот внутренний китайский фильтр. Я говорю, этот китайский фильтр, когда работает, вот такие пузырьки пускает, она говорит, иногда пускает, иногда нет. А потом подмену как делаете? Она говорит, ну, в 10 дней, в неделю один раз, но полностью, короче, сливаю, говорит, мою, все чищу, ну, рыбок вылавливаю, полностью сливаю, мою, все чищу и обратно заливаю воду и запускаю рыбу. Ну, я ей говорю, конечно, будут рыбы подыхать. Во-первых, полностью вы аквариум стерилизуете, а во-вторых, вот этот китайский фильтр, они как, они быстро, когда забиваются, и там, а вот, они перестают, короче, вот, где выход там, перестают туда поступать пузырьки, забивает, заиливается внутри. Поэтому я сказал, во-первых, у вас там, она назвала этот фильтр, там он не рассчитан на 60 литров, он на 20 литров рассчитан. И все, кроме этого фильтра ничего нет. Ну, я ей посоветовал дополнительно купить либо хороший внутренний фильтр на этот 60-литровый аквариум, или 80, она сказала, или 60. Ну и дополнительно вот аэрлифт с компрессором. И вот люди, видите, больше года держат рыб и не знают. Ну, то есть вообще нужно как бы работать в этом плане с населением, объяснять им, чтобы у них интерес не пропадал, а наоборот учились, развивались и с другими делились. Ну, это мое мнение, думаю, ну, я вот стараюсь каждому объяснять, даже вот
те люди, которые покупают у меня рыбу, они держат уже давно рыбу. Я им говорю, сейчас домой пойдете, сразу не плюхните рыбу. С пакетом вместе положите в аквариум. Потом каждые 3-4 минуты доливайте свою воду там, и через минут 15 уже помещайте рыбок в аквариум. Либо на карантин, карантинный этот, заведите аквариум. Ну, многие, кто держит, они говорят, да, знаем, конечно, так и делаем. Но все равно я стараюсь говорить. Вдруг есть такие, которые не знают. Ну и по рыбкам. Короче, вот уже 2 дня кормлю я рыбок и наблюдаю постоянно. И тут 2 рыбки не кушают. Блин, я думал, они приболели или что. Сегодня пришел один клиент, ну, купил корма. На год меня старше. И вот он говорит, да, я тоже цихлит держу, короче, именно малавию. И он, у него разные, короче, он рассказывает, за рыбками наблюдает и говорит, опа, у тебя одна, говорит, с икрой. Я говорю, как с икрой? А я по цихлитам пока еще толком не знаю. Он говорит, да, с икрой он, во рту у него, говорит. Я говорю, как во рту, они что, не откладывают икру там сперва там куда-нибудь на стекло, а потом как личинки вылупятся, потом уже в рот? Он говорит, нет, они сразу в рот. Ну я говорю, да ты что, какая? И он мне показывает, он та именно, которая не ест. А я думаю, она не кушает и оттуда всех отгоняет. Теперь я ее думаю выловить завтра и к себе забрать. И потом смотрю, вторая также всех гоняет и не ест. У нее расцветка чуть-чуть другая. Сейчас я попробую ее найти. Они иногда за фильтр прячутся. А помните, я говорю, вон тот самец там зазывает самочек и играет, ну там, брачные игры делает и чистит, вот всех отгоняет. Теперь он мне говорит, у них самец может с 2-3 самочками сразу спариваться. И вот я думаю, он, значит, 2 оформил. Блин, 2 не могу найти. У 2 плавники этот, нижний, синеватого цвета. И обе рот не открывают. Спряталась. Ладно, в следующий раз покажу. Или когда выловлю потом, завтра, послезавтра, может, тогда и покажу. Посмотрим. Ну, и вот по этой елушке. Скажите мне, что с ней? Она здоровая, нормально все плавает, но она такая какая-то маленькая, как баллон. Вон там, видите, уплыла. Все вот такие стройные, а так как баллон. Раньше не замечал. Не знаю. Может, затянулось. Ну, а и кормил вроде нормально, всегда сытые. В принципе. Ну и этим, по попугайчикам. Они так и не отнерестились. Сидели тут 3 дня. Я все-таки продал. Ну, люди пришли, забрали. Сказали, самых крупных поймайте. Вот и самца, и самочку продал. Но все равно тут тоже уже есть. Некоторые, вот видите, они гнездо строят или что, очищают. Всех отгоняют. Ну, по-любому тут будет нерест, думаю. Ну и просили тоже скалярии снять. Вот я их сюда какую-то часть посадил. Сидят вроде нормально. Единственное, я всех рыбок кормлю утром и вечером, а этих приходится 3-4 раза в день кормить. Ну видите, малыши, пускай чуть-чуть подрастут, думаю. Ну и завтра в этот отсек думаю принести этих гупей, либо вот этих принесу, как они, дамба ред тейл, да,
либо Red Koi. Либо тех, посмотрим тоже. А, ну, кстати, еще я забыл вам сказать. Они вот задают вопрос вот по поводу, как чистить там, это тяжко, тудым-сюдым. Ну, я им все объяснил в неделю один раз. Аквариум загрязняется, мол, тудым-сюдым. И я как раз сам здесь подмены делал, чистил, фильтра чистил. И они мне говорят, ну, если загрязняется у тебя вода везде чистая, вот. Единственное, там только. Зачем ты, типа, мол, в этих... меняешь воду и чистишь фильтра. Я говорю, ну не зависит, вода может быть кристально чистой, ну там есть такая, ну как бы вредные вещества, которые глазу не видно, то есть нитраты, нитриты, это аммиак, их по-любому надо очищать и этот подменивать воду. Потом взял, прям вот я в ведре чистил, я им показал прямо, что вышло, и они увидели, блин, такую коричневую, вода темно-коричневый цвет стал, и они в шоке. Я говорю, видите, все собирается в фильтре. Ну, в принципе, народ потиху привыкает, объясняю, понимают. Ну, на сегодня, с утра до вечера, сейчас уже вечер, сейчас ухожу, сегодня $42. Вот так буду с вами делиться своими успехами и там, если будут неудачи, неудачами. Все естественно, без постанов никаких. Как я уже и говорил, я сам впервые вот этот начал заниматься этим магазином и впервые хочу сделать большую разводню и выйти на опыт. И вот это мы с вами вместе попробуем сделать. Вы будете наблюдать. Так что сериалы будут, думаю, скоро часто. Наблюдайте за моими сериалами. Думаю, будет интересно, не скучно. Ну и пишите, если что, есть какие советы и т.д. и т.п. Потом, кстати, друзья, вы мне писали в комментариях, мол, живородка не любит протоки. Ну, я на 3-4 дня проверю, отключил тут и тут. Посмотрим, как себя поведет живородка. Будут ли потери, нет. Ну, на сегодня врать не буду. Потери были 6 штук. Ну, надо добиться, чтобы потерь этих не было. Именно вот этот ряд. Тут и тут потерь нету вообще. Не знаю, в чем причина. Вот тут вот я никак не могу понять. И вот мне писали в комментариях, что живородке не нравится протока. Вот и проверим. Думаю, так же. Потому что тетраконги вообще потерь нету. Спокойно себя чувствуют, спокойно плавают. Вот и живородок, вот меченосцы, даже пицили не страдают, вот меченосцы страдают и малинези страдают. А тут гупяшки и вишневый барбус. Все, больше никто не страдает. Ну а так, если что, у кого какие мнения есть, советы есть, пишите в комментариях. Если что, например, по аквариумам какая-нибудь модернизация, если есть какие-то идеи, тоже говорите, потому что я скоро буду ставить, ну не скоро, как через месяц, может, начну ставить сюда стойку и сразу с обновлением сделаю. И если это обновление понравится, сразу вот эту всю рыбу перенесу сюда и здесь переделаю. Так что пишите советы идейные. И кстати, вот где стоит у меня протока, вот тут и вот тут, да, сейчас, в данный момент, тут я отключил. Его настраивать нужно капельно, то есть там, допустим, в минуту там 100 капель или как. Или пускай так маленьким, маленькой струйкой идет. Если что, тоже пишите, подсказывайте, помогайте.
буду очень рад, благодарен. Ну, в принципе, на сегодня на этом все. Ждите новых серий. Думаю, всем будет очень интересно. До встречи, друзья!